Як лісті був дістрофіком, як шорчиках і гольфіках, на вулицю стіснявся виходить. Мене шпана дворовая дразнила, но не трогала, боясь случайно нас пришибить. А нянька в детском садике меня таскала за руки, ворча, что ветром сдует, не найдешь. А участковый врач-еврей ругал моих родителей, мол, надо ж порядить такую вот. Настала школьная пора для папы с мамой каторга, учитель вел детишек в светлый класс. Когда рассаживать настал, меня из виду потерял, а мимо горстки стукнул меня в глаз. Учебный свет, но все ж тайком, я школу обходил кругом, в дворник падла заучу донес. Собрался бегом педсовет, на все вопросы в ответ я эту звучку выдержал без слез. Меня дразнила ребятня, полшмакодявка, как дела, плевком я отвечал на их вопрос. А время шло, взрослели мы, а по весне взвели сады, и вот на наших девок выпал спрос. Почишки перепитухом под носом заросло,